Добрый день, друзья. Сегодня у нас Huawei Ascend. Такая вот модель. Будем менять стекло. Тачскрин. Телефон работает. Выключаем. Разбираем телефон. Батарею снимаем. Снимаем заднюю панель. Я в своих видео уже показывал этот телефон раньше. Меняли гнездо зарядки. Не помню еще что-то меняли. Давайте сразу проверим. Разъем я сейчас только что отстегнул тачскрина. Так вот выглядит он в пакете, полностью запечатанный, не проклеенный. Придется его проклеивать. Вставляем батарейку, включаем. Включили телефон, ждем, пока загрузится. Он почти загрузился. Проверяем. Вот вы видите. Тач работает. Можно разбирать, ставить новый. Снимаем, отстегиваем разъем кнопок. Разъем дисплея. Снимаем плату, желательно снизу. Тут две защелки у нас. Далее в середине он приклеен скотчем. Вот здесь вот я имею в виду. Поэтому таким вот образом поднимаем с двух сторон. Вот видите, плату сняли. Далее снимаем тач термофеном. Греем. Снимать будем при температуре 350. Учитывая, что он сильно разбитый, в принципе. Можно и так снять, но лучше давайте прогреем. То есть телефон разбился, попала пыль внутрь. И вся клейка, все клейки и свойства данного скотча, на котором держится тач, теряли свои свойства. Греем по периметру, вверх, вниз, бока.
Сбираем. Видите, внутри вес пильный. Убираем пыль. Очищаем посадочную поверхность вот эту вот от грязи, от пыли, от старого скотча. Удаляем пыль. Далее, как я уже сказал, новый тач не проклеен. Давайте его проклеим. Скотч был. Я проклею его таким вот двусторонним скотчем. Очень удобный, крепкий, долговечный. При нагреве телефона на солнце ни в коем случае не съезжает, как многие другие. На самом деле серьезная проблема подбор двустороннего скотча для проклейки телефонов, для посадки, ну, в основном для посадки тачскринов. Хотя на двусторонний скотч много чего держится и во многих случаях используется при ремонте сотовых телефонов. Поэтому очень важно выбрать хороший скотч, чтобы он не съезжал, не расклеивался, не расплавлялся. Ну и заодно, чтобы был тонким и удобным. Сняли. Еще раз удаляем пыль. Начинаем с разъема, засовываем его в рамку, в свое отверстие. Вот. Прошу прощения, совсем забыл снять с верхнего динамика металлическую сетку. Не забывайте, вставляем ее на свое место. Вот она. Теперь вставляем стекло. Плату тонкой частью вперед. Защелкиваем внизу. Разъем кнопок, экран, тачскрин, пристегиваем заднюю рамку, включаем телефон, собираем. Грузится телефон.
единственный отличительный болтик от всех. Крестообразной шляпкой закручивается вот сюда вот, в середину. Все остальные одинаковые. В принципе, все, что я хотел показать. Тач готов. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. И всем удачного дня.